Криминальные новости. Сотрудники полиции накрыли в самом центре Москвы подпольное казино, владельцами которого, по оперативным данным, были несколько студентов престижных московских вузов. Некоторые должники казино, не имевшие возможности заплатить долги, вынуждены были участвовать в гладиаторских поединках. Найти преступников помогла анонимная организация, известная как «Неуловимые». Мне кажется, ребята очень хорошо поступают, потому что в нашем мире очень много негатива. Я поддерживаю. У нас есть системы юриспруденции, есть правоохранительные органы. Я считаю, что они должны заниматься этим. Строительное управление номер 1847 вызвало полицию по факту вандализма с техникой. Неизвестные при помощи сварочного аппарата наглухо заварили все двери спецтехники, но при проверке выяснилось, что потерпевшие сами нарушают закон, так как не имеют документов на вырубку леса. Работы по вырубке остановлены. Предполагается, что заваренные двери – это очередная акция группы «Неуловимые» по привлечению внимания к нарушителям закона. На лобовых стеклах был нарисован хэштег «Знак неуловимых». Если власти не могут решить какие-то проблемы, то человек вправе сам их решать. Просто устраивают беззаконие. Есть полиция, она и должна этим заниматься. Свидетелями необычного происшествия стали жители района Бескутниково. На окраине завис торговый ларек. Двое молодых людей, оказавшихся в нем, кричали и звали на помощь. Прибывшие на место сотрудники полиции МЧС прояснили ситуацию. К ручке двери ларька были прикреплены фото и видеодоказательства того, что здесь торговали спайс. Столь изобретательные наказания для наркоторговцев, очевидно, дело рук неуловимых. Плохие люди не должны быть наказаны. Незаконно, конечно, но других вариантов нет. Я думаю, что кто-то ведь должен это делать. Че? Да я один из этих неуловимых. Да ладно. Только не приняли еще. Отбор у них жесткий. Че, где принимают? Да хрен его знает. Засекреченные чуваки. Их 1040 вообще. А главарь у них вообще лютый. Я слышал, у них баба главная. Какая баба? Ты че? Такси, такси. Спасибо, не нужно. Такси, девушка, недорого. Нет, нет, спасибо. Кирюша, я уж думала, ты не приедешь. Да ты чего, дела просто были? Давай сумку. Пойдем сейчас такси нормально там поймаем, а то здесь дорого с этими. Подожди ты, я хоть посмотрю на тебя, девочка моя, боже мой, как ты изменилась, красавица моя. Ой. Ма, я скучала. И я по тебе. Так, ладно, пойдем в дом, пообнимаемся. Пойдем. Куда ехать, женщина? Да сами доедем. Ты вернуться-то не собираешься? Мам, ну что у нас там делать? Ну, а здесь ты что делаешь? А вот неуловимые в состоянии, они тоже такой своеобразный контролирующий орган. Ну, вспомните эту историю с подпольным казино. Кир, я говорю, здесь ты что делаешь? За порядком слежу. Чего? В кофейне официанткой работаю, мам. Ой, боже, горе ты моя горе. Губковое. Артём, ты должен привести генерала к месту сделки ровно через час.
А если нас догонят? Очканул? Слушайте, мы 3 недели готовились к этой операции. Либо сейчас, либо никогда. Если у нас все получится, они не отмажутся. Очень большая партия. Жень, у тебя для блогеров все готово? Сейчас все будет. А местам все покажем лично. Покупателя уже забрали, уходит от берега на место сделки. Тём, ты далеко? Мы с товарищем генералом очень к вам спешим. План Берегхват. Преследуем чёрный лендровер с маяком. Гос номер N181UT, 77 регион. Как договаривались? Как договаривались. И скидка за объем. Качество? Пробуем. Машину не блокируем, ведем. Там генерал, не дай бог что. Погнали. А? Пробуем, я сейчас. Спасите, я плавать не умею! Это очередная новотёрка Парамонова. Почему? Потому что вон его скутер. И что теперь делать? Спасайте теперь. Проверь, что там. Думаю, сейчас прям утону. Что это за яхта у вас такая большая? Ой, а почему вы в шапке? Ой, а что это за пистолет у тебя настоящий? Все, движок отключен. Смотри, а если я грусть вот так сделаю, то она как будто есть. Тём, ты где? На подъезде. Чёрный Land Cruiser 181, прижмитесь к обочине. Повторяю, прижмитесь к обочине. Пока. Денис Сергеевичу, привет. Все в порядке? Все в порядке. А у вас? Объект уходит на северо-запад. Движется в область. Веду преследование. Что за жесть?
Товарищ генерал, простите, пожалуйста, если что не так. Наслаждайтесь видом из окна. Тём, здесь кто-то взорвал нашу яхту. Валя, Кира, Федя, вы не ранены? Все нормально. Подберите нас на другом берегу. Подожди, что это было? Пойдем. Подожди, с Кирой что? Все в порядке, пойдем. Капец какой-то. Прошедшей ночью в Строгинском районе Москвы в одном из престижных яхт-клубов произошел мощный взрыв. Чудом обошлось без жертв. По информации блогеров со ссылкой на анонимную организацию «Неуловимые», на яхте производилась крупная сделка по продаже наркотиков. Сотрудники полиции устанавливают личности наркоторговцев. Ведется следствие. Неужели «Неуловимые», акции которых ранее носили исключительно мирный характер, перешли к более радикальным действиям? Докатились. Это только начало. Если их вовремя не остановить, я даже загадывать боюсь, чем это дело может закончиться. По экспертизе пришли результаты? Да, это действительно были наркотики, причем, скорее всего, собственного производства. То есть, все правда, «Неуловимые» молодцы, а мы опять все проворонили. Ну да. А ФСКН что, знали? А вы как думаете? Ну, что делать? Вот с этим разобраться надо. Со своими потом решим. Официальный представитель ГУВД сделал заявление в связи с произошедшим инцидентом в яхт-клубе. Ответственность за совершенные злодеяния, судя по всему, взяла на себя радикальная группировка, так называемые «Неуловимые». До этого они были популярны в молодежной среде, так называемые «Че Гевары», восстанавливающие справедливость. Вот вы, СМИ, раздували всю эту историю. Вы героизировали их, и теперь они берегов не видят. Это что-то... Да все ж понятно. Попытка нас дискредитировать. Вчера нас на руках носили, сегодня уже беспредельщиками называют. Еще пара взрывов, и нами будут детей пугать. Кому это нужно? Может быть, тем, чью работу мы выполняем, пока они в носу ковыряются? Ну что, обращение будем записывать? О чем? О том, что это мы? Или о том, что это не мы? Или о том, что это часть мы, а часть он? Кто был тот чувак на скутере? Кто яхту взорвал? Пора подарков. А чем удивят нашу молодую семью, друзья и родственники? Сейчас мы у них узнаем. Горька! 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 Раз, два, три, четыре, пять, химико-промышленного института Журавский Павел Николаевич. По заявлению экспертов, на момент падения на палубу Журавский уже был мертв. В кармане брюк жертвы обнаружена флешка с записью, дающая основание следствию полагать, что к убийству причастна банда «Неуловимые». Сейчас они начали убивать людей.
А тебе хочу сказать с полной уверенностью. Я не успокоюсь, пока эти отморозки не окажутся в тюрьме. Все, благодарю за внимание. Хоть еды нормальной поешь, а не гамбургеров, как обычно, да? Да, мамуль, очень вкусно. Кирюш, ну скажи мне, у тебя жених-то есть? Или как у вас, бойфренд? Ага, вон целых три. Но я серьезно тебя спрашиваю. Мне же интересно. Ты замуж-то не собралась? Нет, мам, я так далеко не планирую. Бежать надо. Что, очень важные дела? Ну, правда, очень важные. Не обижайся, пожалуйста, ты же не обижаешься, правда? Mm-mm. Не обижаешься? Не обижаешься? Все, а вечером точно в театре. Да. Иди уже. Люблю тебя. И я тебя. Следствие пока не разглашает основную версию убийства преподавателя. Однако из компетентных источников уже сейчас поступает информация, что главными подозреваемыми по этому делу являются анонимные мстители из группировки «Неуловимые». Причины, которые побудили «Неуловимых» к радикальным действиям, пока не ясны. По последним данным из ГУВД, банда «Неуловимых» объявлена в розыск. Вся новостная лента с ума сошла. Хэштег «Неуловимый» сбрендили уже в первых русских трендах. Через час у мировых будет. Кому-то нужно было убить Журавского, и он свалился на нас. Зачем было это дело на свадьбу скидывать? Похоже, сейчас мы это узнаем. В смысле? Этот фейковый мститель, или кто бы там ни был, вирусным способом распространил ссылку на сайт. А на сайте видео с той флешки, которую нашли на месте убийства. Так что, смотрите. Профессор Академик, ученый, божий одуван, зверски убит на свадьбе дочери. Никто не задался вопросом, за что был убивать этого человека. Никто из прессы не навел ни одной справки о его материальном благосостоянии. Нет, если кому-то интересно, у него есть домик на острове Кома в Италии. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы. Все это купили профессору эти милые люди. Журавский был технологом при одном из самых крупных российских наркоконцернов. Он синтезировал несколько видов солей и спайсов, выжигающих наркоману мозг после первой же дозы. Спросите себя, нормально, что эта мразь живет, богатеет и ходит на свободе? Рад, что у нас с вами совпадают ответы. Все это только начало. Мы будем последовательны в нашей борьбе. Вчера мы наказали барыг, сегодня мы уничтожили того, кто производит наркотики. Мы приговариваем всех этих уродов к высшей мере наказания. Кто будет казнен следующим, скоро узнаете. Следите за новостями. Похоже, это тот чувак, который взорвал яхту. А он молодец. А чего мы в бутылку лезем? Он же за нас. Пускай он делает свою работу, мы будем делать свою. Мы же справедливость, он тоже. Чем нас больше, тем лучше. Если бы таких групп, как мы, была бы сотня, мы бы уже в другой стране жили. А я не хочу жить в такой стране, Федь. Слишком много людей на столбах висеть будут. Вы что, не понимаете? Он убивает людей, нам с ним не по пути, понимаешь? На форумах сейчас точно такие же обсуждения. Алло, ГИБДД? Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, эвакуатор. Неглинная, 25. Когда? Через час. Будем ждать? Торопится.
Прямо за мной обоими! Теперь научимся газовать! Тебя как зовут-то? Ты не понимаешь, что из-за тебя мы... Что, ваша репутация пострадала? Бренд подмочен, да? Угу. Ну ладно, хорошо. Стреляй. Больше не буду вас позорить. Да блин, никого мы не убиваем, что ты не понимаешь? Даже таких психов, как ты. Хорошо. Возьми телефон. Просто возьми в руки телефон. Полицию вызывай. Это мой дом. Тут планы, оружие, доказательства. Упрячу на всю жизнь. Не волнуйся. Ты ведь остановить меня хочешь? Так давай, останавливай. Здравствуйте, сержант Семенов, слушай. Ну, ты не расстраивайся. Можешь сдать меня в любой момент. Я полностью в твоей власти. Вы, ребята, мои кумиры. Да мы не убиваем людей. А почему? Потому что они живые. Ага. Ну, слушай, а если война? Придут люди с автоматами, стрелять начнут. Их тоже трогать нельзя, потому что они живые люди, да? Люди, которых ты казнишь, они никого не убивали. Да ладно. Никого не убивали? Да на совести каждого из них человек 100. Может, 200, может, 300. Таких же красавиц, как ты. Что, закончились аргументы, да? Нечего сказать. Да это хуже, чем война, понимаешь? На войне как-то все друг с другом. А тут нас убивают сотнями, тысячами каждый день, а мы как будто этого не замечаем. В метро ездят, в кино ходят, на отпуск откладывают, кредиты выплачивают. Нормально, да? Ты зачем меня сюда привел? Поговорить, пообщаться, предложить сотрудничество. Какое? Давайте вместе работать. Нет, конечно, если вы такие слабонервные, то всю грязную работу я беру на себя. А вы мне помогаете? Нет. Слушай, а ты в группе одно решение принимаешь? Нет. Ну вот и отлично. Ты посоветуйся с ребятами, может, у них на этот счет другое мнение. Чай будешь? Нет, спасибо, я пойду. А, ну давай, пока. Ты приходи в гости, если что. Всегда рад. Вот. Светлов Николай Владимирович. По неподтвержденной информации, для распространения наркотиков используют детей. В подавляющем большинстве беспризорников. Детей, понимаете? Явно этот наш мститель грохнет именно его. А может, вон Каридзе Зураб. Организовал поставку таджикского героина в особо крупных размерах. Занимается этим с 98 года. На его совести гораздо больше смертей. Да тут кого не возьми, каждый должен гореть в аду. Чего молчишь? Я с ним виделась. С кем? Я так подозреваю, что с нашим последователем. Да? С тобой все в порядке? Все прекрасно. Напитай нас подробностями. Как все прошло? Предлагал нам сотрудничество.
Что ты ответила? Я ответила ему нет. Кира, он прав. Мы сейчас с пацанами смотрели досье на разных барыг. Эти все люди, они просто не должны жить. Они просто не должны жить. Федь, ты чего? Это мое мнение. Мы же за справедливость. А я считаю, что справедливо, когда вся эта мразота лежит на уровне 2 метров под землей. Федор за, я против, а Артему просто наплевать. Это логика. Ничего личного. Если кого-то уничтожить, остальные тогда по-настоящему задумаются, что возмездие неминуемо. Так что, Кир, извини, но Федя, он прав в своем роде. Кир! Кира! Кир, стой! Окей, ты прав. Я не права. Забирай их. Вершите свой справедливый суд. Но без меня. Давай всех к барьеру. Чиновников, воров, бизнесменов, всех. Откуда ты взялся такой? Кто тебе право, блин, дал решать, жить им или умереть? А почему они могут решать? Прав. Во всем ты прав. Режьте друг друга, убивайте, пока нахрен ничего не останется. Ты знаешь, я когда маленький был, много хороших книжек читал. Про то, что добро всегда побеждает зло. Про то, что надо подняться против несправедливости, она исчезнет. Все просто было. А потом... В общем, у меня было 2 друга. 2 лучших друга. Мы прыгали с парашютом. Нам нравилось это. Нам очень нравилось летать. Мы были какие-то независимые и счастливые. Пока один из нас не подсел на эту дрянь. Мы его много раз отговаривали, но... Понимаешь, у него было возможностей 30, минимум, погибнуть, разбившись об землю. А он умер, вставив себе иглу в вену. Сколько раз мы его откачивали. Сколько раз говорили с ним. И каждый раз он обещал, что никогда, клялся. И предал. Мы его здесь нашли. А потом другой тоже. Друг.
Я тогда решил, что та тварь, которая продавала им наркотики, больше никогда никого не убьет. Ведь друг второй, он... В общем, он дал показания против меня. Сука. И меня посадили. В общем, я тогда умер. Ну, то есть не было меня. Мне все равно было тогда, что дальше будет. Убьют меня, не убьют. И тогда пришла свобода. Понимаешь? Ну, какая-то абсолютная, чистая. Когда тебе все равно было, тебе насрать было, что скажут люди вокруг. Вообще, в принципе, что они говорят. Когда страха нет. Ну, просто его нет. И пришло тогда понимание, что вот так надо жить. Надо умереть в борьбе со злом, и все. А потом придет следующий, потом еще один. И боли не было. Тебя могли бить, а тебе было не больно. Тебя могли еще раз бить, а ты еще... Какой ты дурак. Ты на себя посмотри. Пытаешься прошибить лбом стенку. Пытаешься побороть все зло мира. Ты понимаешь, что мы с тобой ничем не отличаемся. Мы одинаковые. Просто ты живая. А я нет. Так, трубку не берет, дома никого, я 3 часа у подъезда сидел. Блин, я должен был к ней одну штуку прикрепить. Тогда бы мы сейчас точно не гадали. Что это? Это жучок ГБшников, только я его усовершенствовал. В общем, здесь направленный микрофон и навигатор, все в одном флаконе. Приемник на компьютере, он ловит все в радиусе 30 километров. И место действия определяет с точностью до 50 метров. Дай посмотреть. Класс. А что делать, так и не ясно. Привет, неуловимые. Вы знаете этих людей не хуже, чем я. Мы сделали все, чтобы полиция арестовала подонков. Вы думаете, они в тюрьме? Они уже на свободе, потому что у них надежная крыша. Человек, который выпустил их на свободу, якобы за недостатком улик должен умереть. Вы согласны со мной? Через час в Конгресс-холле на Пресне этот человек умрет. Я сделаю это сам. Надеюсь, в следующий раз мы сделаем это вместе. Так, значит, это будет в 3 часа дня. Ну так радуйтесь. Вы же говорили, убивать убийц — это правильно. Возьмите себе еще пивка, чипсов и просто ждите. А я буду действовать. Так, я иду с ней. В конце концов, мы одна команда. Тём, подожди. Отправляется? Усилить? Не надо. Сколько раз мне угрожали. Должность такая. Через полчаса награждение у министра. Может, не стоит так рисковать? Жень, ну что там с камерой в Конгресс-холле? Сейчас подключаюсь. Давай, ну пожалуйста. Ну что,
Сигнала нет, не ловит он. Кажется, он блефует. Как он сможет пробраться через охрану? Есть, есть сигнал. Где же он? Да приезжай ты! Так, сейчас. Награждение началось. Награждается капитан. Ну что? В зале его, похоже, нет. Не могу найти. Награждается подполковник Иволгин Владимир Иванович. Я хочу поблагодарить за высокую оценку моей деятельности.
Сказал, сделал. Это он? Да. Хорошо. Я тебя не пущу. Оставайтесь на месте, ребят, пожалуйста, я сама. Я же сказал, что не пущу. Пожалуйста, хоть раз можно меня не трогать? Один раз. Девушка, а можно вас на секундочку? Уберите, пожалуйста, все. И вино возьмите. И цветы. А вино подождите, дайте. Вылгин был коррупционер, торговал наркотой, ел детей, что ты был прав, убивая его. Мы уже говорили об этом. Я знаю все, что ты сейчас скажешь. Я не хотел. Кир, это последнее убийство. Все, больше не будет. Что значит не хотел? Тебя что, кто-то заставлял это сделать? Нет. Тогда что? Я не хотел, но я должен был. Кому должен? Да, этот Иволгин, он мразь и тварь, но просто так было не нужно. А сейчас все, Кир, понимаешь? Все. Я хочу, чтобы мы были вместе. Пожалуйста, Кир. Послушай, я... Пожалуйста. Че, поймать меня решили, да? А че вы в полицию не позвонили? Так же проще. Ну ладно. Подожди. Больше не беспокою. Стой, ты куда? Номер кто-нибудь рассмотрел, а? Давайте в машину, пока босс следим. Жень, ну что там? Сигнал слабый. Они уходят. Черт, совсем пропал. Че ты там возишься? Федь, не мешай. Так, есть. Сейчас звук настроим. Это Кира. Закрой рот, чтоб не орал! Сейчас! А так попробуй!
Что там происходит? Опять этот яхт-клуб. Все дороги ведут в Рим. Что? Забей. Юная леди, с вами все будет хорошо. Мне нужен твой парень. О, у тебя же много парней. Вот этот. Ну, что скажешь? Я же говорю, шалава. Да пошел ты! Что делать, блин? Я не знаю, но нам нужен план. А его нет. Пока нет. Где мои деньги? У меня нет никаких денег. Верю. Нет. А у кого? У него? Я не знаю. Ну ты же очень красивая девочка. Ну зачем тебе это все надо? Ты хочешь, чтобы я тебя отдал ему или ему? Ну? Ну, тогда тебе придется с нами покататься. Начинай пока. Что это? Связь потеряна. Вон поворот, быстрее. Где мои деньги? У меня нет никаких денег. Спасибо. Меня интересует, где мои деньги? Это Кира. Нам нужен катер. Доброй ночи, господа. А не подскажете, где есть лучше рыбу глушить? Что? Рыбу глушить. Вы же тут вроде работаете, должны места знать. А то вот у нас динамит есть, а куда идти не знаем. Я не думал, что они поведутся. Так это речные менты. Они же лохи. Подтягивай ее. Будешь орать, пристрелю. Добрый вечер. Добрый вечер. Речная полиция, документы предъявите? Предъявлю, конечно. А в чем дело? Катер со схожими приметами числится в угоне. А я здесь при чем? Документы предъяви, я сказал. А давайте я вам покажу то, что вы действительно хотите увидеть. Че, щенки? Кого первого валим? Или, может, вашу тёлку? Тащи!
Помогите, все встанет! Ты за мной? Вот дура. А мы, между прочим, из-за нее во все вписывались. Мне одно не ясно. То есть, убивать это плохо, но если мы просто допускаем, что это не так, то мы сразу уроды и упыри. А этот чувак, он уже кучу народу положил. И она теперь с ним походу. Ну и что теперь? Надо смириться. Чего ноете-то? Чувак, веришь, нет? Меня ни разу в жизни телка не бросала, понимаешь? Ни разу. Строго говоря, она тебя даже не бросала. Ведь вы даже вместе не были. Что там у тебя? Царапина. Перекись есть? Да ерунда. В ящике под столом. Люди, которые меня выкрали, о каких деньгах они говорили? Деньги пропали с места сделки. Когда яхта взорвалась. А этот, барыга, что он за деньги требовал? А, наверное, эти деньги, которые утонули, когда этот псих взорвал яхту. Что ты делаешь? Давайте еще раз посмотрим видео с этого коптера. Посмотрим, куда делся этот чувак с кейсом. Так, вот Кира уезжает. Вот приехали менты. Вот принимает барыг. Так, стоп. А где бабки? Погоди. Какого черта там уже стояла эта машина? В смысле, это ж ментовская машина, вон у нее маяк стоит. Может, она ментовская, но она там стояла до того, как я привез генерала. И стояла она без маяка, я помню это на 100%. Ничего не понимаю. За кем машина закреплена? Номера можно пробить? Сейчас, погоди, изображение увеличу. Вот. Это же тот мент, который на нас охоту объявил. Мотани-ка назад. Смотри, кто это там с чемоданом? А деньги тоже ты забрал? Нет. А кто? Пожалуйста, давай хоть чуть забудем про все это, а? Надоело про одно и то же говорить. Блин, этот... Герой направляет скутер на яхту. А потом с деньгами сам приплывает в руки вот этого мента. То есть этот новый неуловимый работает на ментов? И неплохо зарабатывает. Да хрен с ним! Получается, Кира сейчас киллером. Надо ее вытаскивать. Очень сложно будет вытащить того, кто этого не хочет. И как ее теперь найти? Вконтакт не заходил, телефон давно выключен. А телефон этого киллера? У меня его нет. Ей звонил. Звонил? Подожди. То есть ты хочешь, чтобы я ее звонки отследил? Жень. Блин, это к нам. Вот черт. Что делать?
мной! Понятно. Ушли. Вот его телефон. Тебя. Да. Алло, Кир, послушай, то, что я тебе скажу, это очень важно. Блин, алло, Кир, просто уходи оттуда. Дальше. Кир, послушай, пожалуйста, это соучастник преступления, это человек соучастник. Кир, слушай меня, он работает на ментов, он провокатор. Тихо. Не боишься? Ты что, все это делал ради денег? Нет. Ради одного человека. То, что ты сделал, правильно. Правильно, но глупо. Я, к сожалению, так правильно поступать не могу. Странная штука жизнь, да? Но позволить этим подонкам жить я тоже не могу. Не могу, не хочу и не буду. Ты со мной? Он мне как отец. Это он вытащил меня из тюрьмы, когда все предали. Это он научил меня всему. Если бы не он, ничего бы не было. Получается, ему нужны были эти деньги? Да не нужны были ему эти деньги. Ему нужно было только то, чтобы они не попали к барыгам. Он полицейский. Он не может ничего сделать с этой чертовой системой, понимаешь? А я могу. Я им помогаю ради справедливости, как и ты. Он знал про Илгина такое, что... Но он понимал, что все равно тут отмажется. И я им помог. Но я уже сказал ему, что завязываю. Потому что я хочу, чтобы мы были вместе. Найти. Можете с ними особо не церемониться. И с этим реши. Снимай. Зачем? Просто снимай. Через полчаса я вызову его на явочную квартиру. Сделай все чисто. Алло.
Это очень важно, я держу свое слово. Ты меня знаешь и помню наш договор, но сейчас ты мне очень нужен. Жду тебя как можно скорее, где обычно, хорошо? Что-то случилось? Нет. Кир, мне надо идти. Куда? Это важно. Дождись меня. Пожалуйста, прошу, дождись меня здесь. Я скоро приду, я обещаю. Хорошо? Хорошо. Нет связи. Здесь глушилки. На выходе есть сигнал. Давай, открывай. Что? Что? Я ключи там забыл. Твою мать! Связь есть? Справилась. Жень, сможешь по телефону определить, где он находится? Да, смогу. Все это время просто использовал меня. Он же людей убивал моими руками. Йолгин, ты же тот человек, чье место он займет через несколько дней. Просто строил свой бизнес. Я же его отцом называл. Да наплевать на них, на всех. Просто забудь. Ты ошибся, такое бывает. Пожалуйста, только не все никому, я прошу тебя. Ему же все это потом вернется, а ты уже никого не воскресишь просто. Ради меня, ради нас с тобой, пожалуйста. Давай просто уедем куда-нибудь и будем с тобой вдвоем, только вдвоем. Пожалуйста, прошу. Все хорошо. Все хорошо. Я не сумасшедший. Мне так страшно, пожалуйста. Ну что ты, маленькая? Все будет хорошо. Не надо бояться. Только меня здесь найти могут. Надо просто собраться, вот и все. Да, а вот твой рюкзак. Тут кофта твоя, но она тебе не нужна, наверное. У тебя же куртка есть, да? Кир, там в шкафу джинсы и кеды мои. Возьми. Кир, в шкафу внизу. Вправо. Пожалуйста, я прошу тебя, пожалуйста, останься, не бросай мне. Кира. Кира, прости. Но я должен это сделать. Я тебя очень люблю.
Шеф, у себя? У себя. Кто приехал? Как стало известно, все эти преступления не имеют никакого отношения к группировке «Неуловимые», а совершались одиноким фанатиком, возомнившим себя орудием правосудия. Обещание майора Михайлова оказалось выполнено. Убийца и радикальный экстремист был застрелен на месте преступления. Однако, к несчастью, герою-полицейскому выполнение обещания стоило жизни. По информации пресс-центра ГУВД, майор Михайлов будет посмертно награжден орденом мужества. Кир, ты где? Еду. Куда? Пока не знаю. Давай возвращайся. Я не вернусь. Неуловимых больше нет. Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний кораблик остыл. Последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминаний. Моя ворона, солнечный зайчик стеклянного глаза. Моя ворона, траурный мячик нелепого мира. Траурный мячик дешевого мира. Макет оказался сильней. Последний кораблик остыл. Последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминаний.